сміш? Немає власності, не болить голова. Чи тебе ще все равно? Тут погано пугав все равно. Тому що в мене там копоти. Винці, два, дощ, де ходи до мене. Слухайте, ви тут працюєте. Вам же ж дуже цікаво, упаде вам стеля на голову чи ні? А фундамент потихеньку прийде. І вас тут вбивали. Вам все равно? Він каже, він не буде якраз на роботі. Буде виходний. Ой, смотри, зараз буде повна траншея води. Обалдеть. Смотри, он все хірячить траншею. Круто. Гляди, вже подмив пішов. Сливной колодець пішов. Да. Що, не було б щастя, да нещастя помогло? Нарили. Ще не помогло. Так, блин, там рухнет так, стена. Как чуешь, год. Наташ, это ж дождик маленький. А если сейчас такой ливеняк? Как... Ливень только начался. А если ливеняк, я же скажу, через одну стену отурочку. Элементарно. Так бачите, якого не слива немає, не страховки. Я не понимаю, я прямо на канализацию. А куди воно потім сливає? Стой, що то круге? Снаряд чи що стерчить? Гляди, круглое шесть смотри, земли стерчит. Да, смотри, он на экране. Это не нормально. Знаете, для Украины это нормально. Для Украины это нормально. Нет, это уже не нормально. Потому что нет, это уже не нормально. Это их не нормально. То моя труба стоит. То есть специально воду набрал. То кто-то снял с отдушины то, что закрыто было, видать. Ну, и сейчас прям туда вода ходит. Ну, классно. А вас доточок надо найти. Так а там и так топы.